За права регионального кино в адрес министра культуры России Владимира Мединского направили письмо с предложениями со стороны Якутии внести в пакет поправки в закон о кинематографии. Ведь сбор в размере 5 миллионов рублей, которые прокатчики, согласно документу, должны будут платить в фонд кино, может привести к потере регионального кинематографа. Подробности далее. В целом по России понятие регионального кино его очень мало. В нескольких регионах, всего сколько там, 85, порядка 85 регионов, да, в России, из которых единицы снимают свое кино. Федеральное министерство может толком и не знать, каким образом нужно регулировать вот, развитие регионального кино. И нам нужно на самом деле им подсказать, как это грамотнее, как это правильно сделать. Наши кинематографисты уже нацеленно работают выйти на широкий прокат по России. Например, кинокомпания «Арт Дайду» в следующем году выпустит мистический триллер «Глаза ночи», который покажут по всей стране. Российский прокат еще может позволить внести сумму в размере 5 миллионов рублей. А как же быть региональному кино? Скажем так, проблема именно региональности или какой-либо составляющей у нас не стоит в любом случае, да? Потому что если закон такой примут, в любом случае надо будет заплатить. Вот. Другое дело в том, что те фильмы, которые выходят в региональный прокат чисто в одном регионе, они, конечно же, наверное, должны будут как-то защищены быть, потому что немножко неподъемная, конечно, сумма. Новый закон может нанести ущерб якутскому кино. Инициативная группа тут же среагировала и разработала предложение с учетом особенностей нашего региона. Хочу обратить внимание, что тогда, когда начали обсуждать данный проект закона, эти изменения пришли к такому пониманию вместе с министерством и с общественностью о том, что в федеральном законе отсутствует понятие региональное кино вообще. И, соответственно, да, сегодня необходимо начать работать концептуально над понятием, в том числе и региональное кино. И, возможно, уже отсюда создавать в целом предложение федеральную законодательную базу. Пакет поправок в закон о кинематографии, скорее всего, будут рассматривать полгода. Но эксперты уверены, без поддержки кино не останется. Тем более Якутия – это передовой регион в России по прокату и производству кино. Нюргуяна Егорова, Александра Хлопкова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.